дорогие друзья. Завтра у нас большой праздник в Днепропетровском доме органной камерной музыки. Тройной, можно сказать. К Международному дню музыки мы открываем 10-й международный баховский фестиваль органного искусства и открытие 23-го концертного сезона Дома органной камерной музыки. Поэтому на этот большой праздник к нам вот переурочен этот международный фестиваль, потому что так совпало, что, вы понимаете, мы не сами так спланировали, а так просто удачно совпало, как говорится, Бог любит, наверное, Троицу, что именно этот фестиваль открывать на Международный день музыки. И приезжают к нам очень много исполнителей, мы считаем это высокого уровня, это исполнители, известные всей Европе. Вот сегодня два из них здесь, Алексей Михайлович Шмитов, преподаватель и профессор Московской консерватории органного класса, и одновременно он преподает в музыкальной академии имени Гнесиных, и гость наш из Франции, профессор Дижонской консерватории Сильвен Плюе. Это два очень известных и композиторы, и музыканты. И, как говорится, не замыкается только на органе, у них еще и есть, и как пианисты работают, и в ансамблях, и как композиторы. Последующие исполнители, буквально послезавтра приезжает Атис Степинш из Латвии, из Домского собора, ведущие органисты. Потом Марек Стефанский, профессор Краковской консерватории. Затем приезжает Джанлука Либертуччо, Италия, это один из тоже органистов и викарий, да, в церкви Святого Петра в Ватикане. Затем у нас приезжает Торстен Гебель, это из Германии, из Дюссельдорфа. То есть вот такой большой, обширный международный состав нашего фестиваля. И мы считаем, что Днепропетровск получит истинное удовлетворение от соприкосновения с музыкой великого Иоганна Себастьяна Баха. Целью этого фестиваля была не только задача, как говорится, исполнять его произведения и чтить этим память великого композитора, а еще и показать, как развивается органное искусство на Украине, как вообще развивается органная культура в Европе, поскольку Днепропетровский дом органной камерной музыки вошел в десятку лучших европейских органных центров. Поэтому мы рады этому и вот предлагаем и вам побывать на этих фестивалях. А сегодня спасибо. Вот гости наши, да, спасибо. Можете. От имени журналистов мы рады вас приветствовать в Днепропетровске. И скажите, пожалуйста, насколько важно проведение таких международных фестивалей вообще в Европе? Comment c'est important de bénir les manifestations comme le festival de demain. D'accord. Alors, je sais qu'il n'y a pas une grande tradition d'orgue en Ukraine, comme chez nous en Europe, en France en particulier. Vous traduisez peut-être là. Michel Bouy считает, что в Украине не так развита эта традиция, как во Франции. Alors que chez nous en France, il y a de l'orgue dans toutes les églises catholiques, qui est la religion dominante, mm-hmm. alors que chez vous, ce sont les églises orthodoxes qui n'ont pas beaucoup de, qui n'ont pas d'orgue. Во Франции существует очень много органных залов, в то время как в Украине и в частности в Днепропетровске существует всего лишь один. Alors, je trouve exemplaire le cas ici de Dnipropetrovsk avec une église qui est consacrée à l'orgue, où il y a, semble-t-il, un orgue très intéressant qui permet de diffuser en particulier la musique baroque. И в частности, Днепропетровский органный зал, он является таким примерным, единственным в своем духе и направлении. C'est un cas très rare. Je sais qu'il y a ça, il y a aussi un concert hall à Livadia. À Livadia, il y a aussi une salle avec un orgue à l'intérieur. Voilà. Et même en France, nous n'avons pas des églises comme ceci qui sont consacrées à la diffusion de la musique d'orgue. En France, il y a les orgues dans les églises pour les cérémonies, mais ici, c'est remarquable d'avoir une salle de concert avec un orgue. Завтра будет
единственный, в принципе, в своем роде концерт в органном, в доме органной музыки.